Не русские, но россиянин. Это строки из произведения Мустая Карима, в этом году известному башкирскому писателю и поэту, чьи произведения переведены на русский и чувашский языки, исполнилось бы 100 лет. В память о нем в Национальной библиотеке состоялся литературный вечер. Из-под пера Мустая Карима вышли произведения, вошедшие в сокровищницу мировой литературы. Драма «Страна Айгуль», «Пеший Махмуд», комедия «Похищение девушки», трагедия «Салават», «Не бросай огонь Прометей» и многие другие. При жизни он часто бывал в Чувашии, дружил с местными мастерами слова, переводил их произведения на башкирский язык. Он всегда подчеркивал свое уважение к чувашскому народу, к Чувашии. И, конечно же, мы, общественность республики, никак не могли не отметить эту знаменательную дату. Несколько лет тому назад вот мне удалось перевести на чувашский язык его стихи и издать отдельный сборник. Мустая Карима читают и сейчас. Герои Мустая Карима очень сильные духом. Они учат всегда идти вперед и не бояться. Они очень вдохновляют и многому учат. Я считаю, что такие литературные встречи очень полезны для детей. Они помогают поближе познакомиться с творчеством писателя.